Гильермо, тебе привет из России, из города Чехова. Я тебя жду. Денис, ну если те удары не приносили успеха, то вот сейчас встал на колено. Да, Денис здесь встал на колено, чтобы... это есть такой прием, чтобы отсчитали нокдаун. И чуть-чуть отдышаться, прийти в себя и продолжить бой. Но... Я тебя жду! Че не смеетесь-то? Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! Нет, спасибо.